вы внимательны, проведем небольшой тест на внимательность, опять же. Даш, вот ты когда слышишь слово «мяч», вот что у тебя сразу, какая первая мысль? Гол. То есть футбол, да? Однозначно. Но я же только футболистка. Но не у всех девочек, когда они слышат слово «мяч», остаться только с футболом. А кто-нибудь запомнил, какая девушка у нас играет в теннис? 13-й! Анна, если не ошибаюсь. Анна, Анна, пожалуйста, пройдите с подарком к человеку и вручите. Эдгар, вам вручает сама КМС по большому теннису, нападающий 13 номер, наш календарь с ее личным автографом. Все мы в детстве любили ходить в цирк. Там жонглировали, там были клоуны, там было весело и хорошо. У нас в команде тоже весело и хорошо, потому что у нас есть бывший цирковой жонглер. И кто же это? Кто запомнил? Руку поднимаем. Лена Капустянова, пожалуйста, пройди сюда, возьми свой календарь со своим личным автографом. Имя и фамилия очень внимательно. Все всегда говорили фразу, что красота спасет мир. Так вот, кто из наших девушек титулованная красавица футбола? Кто запомнил? Майя! Громче! Майя! Майя! Майя, пожалуйста, возьми свой календарь своим автографом. Так, кто сказал? Вот, пожалуйста, дальний стол, там сидит Артем. Они знают, кто выиграл. Все мы любим праздники, все мы любим веселиться. Все мы любим ходить в караоке «Пантеон». Особенно туда интересно ходить, когда есть девушки, которые создают праздник, которые веселятся, танцуют, поют песни. Так вот, в нашей команде, опять же, есть девушка-праздник. Если вы все поняли, то в нашей команде есть разные девушки. Итак, девушка-праздник, которая так красиво вышла, зажгла и ушла на сцену. Кто запомнил? Кто запомнил девушку в очках с черной повязкой? Точнее, Ваганова Наталья. Так, два календарика – это перевод. Поэтому мы подарим календарик товарищу. Соседу. Артему. Артем, у вас теперь есть календарик с одной из лучших нападающих. 89-й номер, ее личный автограф. Для всех нас слово «мама» значит очень многое, наверное, самое дорогое в жизни. Но у нас в команде есть очень красивая, прекрасная, обаятельная футбольная мамочка. Итак, кто запомнил, кто у нас футбольная мама? А я вам, между прочим, сказала, запомните эту девушку, я вам сделала подсказку. Даша, акцент даже сделала на это. Конечно, она вышла с таким стихотворением собственного сочинения, между прочим. Кто? Кто? Марго, 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 Марго Песта. Календарик. С ее личным автографом. Седьмой номер. Кто? Кому? Марго. Марго. А, все правильно. Ура! Всех отгадали. Все отгадали, вы молодцы, у нас очень внимательные гости, Валерия. Очень внимательно. Что, о девушках мы вам рассказали, команду мы вам представили. Вы уже поняли, что мы играем в футбол, судя по нашим кубкам, что мы неплохо играем в футбол. А теперь, я думаю, пора нам продемонстрировать наши таланты. Виолетта, Виолетта Дедюра,